А в столице Перу, Лиме, демонстрация медработников завершилась столкновениями. Полицейские разогнали толпу, используя водометы и дубинки. Есть информация о пострадавших. Медики требовали повышения зарплаты и улучшения рабочих условий. Это уже вторая их демонстрация за последний месяц. Ранее правительство Перу заявило о сокращении бюджетных расходов на сферу здравоохранения. Эти слова и вызвали гнев профсоюзов. Мы против жестокости со стороны полиции. Некоторые наши коллеги были ранены. Подобные действия не красят нашу власть. Правительство утверждает о своей демократичности, но действия полицейских говорят об обратном. А ведь мы простые рабочие.